Сейчас 5:49 утра. Много я писал этот мир, как просто картинки. Вот вы говорили, докажи нам, ну, вот у меня конкретно говорила это кондукторша в Красноярске, а что толку, что вы молитесь, чтобы войны не было. Ну, я сказал, мы молимся. На самом деле, я один молился у храма там. И вот. И она забыла об этом, о том, что она сказала. А что толку? Ну, я докопался до нее затем. Сказал, нужно молиться. Как ты смеешь там? Ну, короче, мы молимся, а ты там... Это деструктивные НЛП проводишь. Короче, что-то какую-то фигню. Ну, то есть бессмысленно все. И вот сейчас нету Бога, есть черные квадраты Малевича. Вот есть телефон, там все, общение, расстояние. Даже если они, эти общения на расстоянии переходят в близкие отношения. Это все то же самое, только еще хуже, чем было до этого. Если задуматься. Это все такая же пустота. Это все бессмысленно. Ты вообще человек зависит от того, что, ну, допустим, человека любили, да, там, или надеяться на это. А на самом деле, короче, человека никто не любит вообще. В этом мире. Тем более через квадрат Малевича и через там... Никто из людей друг друга не любит. На самом деле. И... Лучше уже в Бога верить, чем верить в человека. Такая мысль пришла. Слова эти все придуманы человеком. Они там, обычно молодые люди, они чем занимаются, насколько я соприкасался чуть-чуть. Ну, просто мне навязывались. Они просто пишут одно слово какое-нибудь тупое в чате. И так общаются ни о чем, как какие-то боты. Ну, это давно было. Я еще офигевал тогда, шел, думал, нифига себе, ужас меня объял. Да, я бы сказал, что зря я вообще выкладываю что-то в этот черный квадрат Малевича.
прямоугольник, ну, чуть-чуть он из удлиненный там, или по горизонтали или вертикали, с надписью Lenovo или еще какой-нибудь там хренью, LG. Это вообще все тлен, прах, пустота и ужас. Если бы я не понимал этот... Ну, короче, я не знаю просто, мне все время это коробит говорить. Просто в России живем. Ну, по рецепту врача, в общем, таблетку от панических расстройств, то я бы в панике был ужасно, я бы офигевал. Именно вот от вот этого мира. Как говорил Жак Фреско, это мир сумасшедший, абсолютно больной, больной. Нельзя надеяться вообще ни на кого, ни на что здесь. Тем более, это просто больной абсолютно мир. И здесь осталось немного еще. Здесь это вот действительно кажется, что что-то там хорошее. Вот осталось еще немного и все. Дальше будет в пещерах, там, в грязи, в помоях жить все. И будет все как обычно. То есть это будет нормально. Так же, как сейчас нормально сидеть в телефонах, будет нормально в помоях. Там, всем люди будут в темном веке жить. Лет через 50, ну, максимум через 50, думаю. И они будут думать, что они нормально, все, они будут бухать, курить, будут счастливы, радоваться, там, размножаться. Все как обычно будет, и они даже не заметят разницы. Не заметят разницы никакой. Как и сейчас не замечают разницы, что тоталитаризм наступает абсолютный. Отпечатки пальцев берут, там, сетчатку глаз скана берут, хотя ты не преступник. Это еще малая долька того, что я писал. Даже в второй части прошлого века такого не было. Тоталитаризма. А развивается вот это вот все очень быстро. Точнее, уже развилось, а что дальше еще будет, это просто поразительно. И просто безумие настоящее творится в большей... Ну, во всем мире, но в большей части мира абсолютно ищет тоталитаризм. Конкретный. Который не снился никаким диктаторам прошлого века, никогда бы они даже, они бы даже сказали, ну нахер, ну ты видел, видел? Нет, он бы сказал, ну нахер, но фюрер, ну ты видел, видел? Такой скетч никто не придумал что-то еще, да? Не придумали. Я вот сейчас придумал на ходу. Или там какой-нибудь демон. Ну ты видел, видел? Просто на мир посмотрел, который сегодня скрыт за блеском стеклянных витрин. Гниет за блеском стеклянных витрин. Ужасно тоталитарный мир за блеском стеклянных витрин. Я бы снял фильм. В нем бы этот фюрер или какой-нибудь, хрен не знаю кто, какой-нибудь жесткий диктатор тоталитарный, который мечтал бы все тоталитарным сделать. Он бы ходил и офигевал от того, как это им удалось сделать в миллиард раз лучше его за короткое время. Все под контролем держит. Все. Человек здесь вообще ничего не имеет. Так абсолютный раб. Здесь, ну, только прикрыто это все цивильностью.
и технологиями, которых типа раньше не было. Странно еще, что раньше не было никогда технологий столько лет, а потом раз вдруг появились. Это ладно. Это так. Отдельная тема. Хотя отголоски технологий прошлого, которые сейчас существуют, они только более развиты, они до сих пор существуют в религиях, в этих в традициях всяких, ну, древних. Ну, короче, там до сих пор остается там вера, там, например, минора или еще какая-нибудь. Много чего осталось. Зато, ну, я просто один пример привел, там вспомнилось что-то. Полно. Раньше были такие же технологии, да еще лучше. А потом все это накрылось очень быстро. И осталась просто такая вот фигня, как которые поклоняются, там, типа, талисманы счастья, там, всякая фигня. Раньше эти были талисманы, а просто они впитывали болезни или радиацию, или еще какую-нибудь хрень. А сейчас ими обвешиваются всякие эти, ну не всякие, я конкретного человека имел в виду. Ходит, не может себя вылечить, сама обвешивается там тысячами всякой хрени, всякие благовония, поехавшие ходят, короче, куколду. Ладно, не будем, да, лично я. Куколду своему, блин, моему бывшему другу. Ну ладно, не хочу негатив гнать. Моему бывшему, бывший друг детства, блин, стал куколдом. Давно еще. Я даже не знал. И все. Теперь на нем сидит чудовище. Давно уже. Уже больше 10. Уже дофига. Я с ним не общаюсь уже лет 10. Хорошо. Он счастлив, главное. А я несчастлив. Ну, потому что так вот. Такая вот фигня. Не потому что я типа не кукол, а потому что че начинается, блин. Да скоро все кук. Ну на самом деле, если так по-серьезки, то скоро все куколдами будут. Потому что будет мощная пропаганда. Но это ладно. Там просто скажут, что типа, если ты не мужчина в России, будут действовать на мужественность, типа, если ты не мужчина, ты не куколд. Ой, ты должен быть куколдом, типа, пропаганда. Ну, она и сейчас идет мощно, но потом она усилится еще в 1000 крат. Цапли прыгать там, это еще цветочки. Они там будут не цапли прыгать вообще. Жестко. Я, короче, сейчас такая мысль пришла. Мужчина будет просто ложиться в грязь, на землю, и женщина будет ему на лицо садиться. И так будет женщина выбирать себе мужа. Это реально будет, блин. Это интуиция художника, она подсказывает, как будет происходить всемирное процветание. В кавычках, и развитие общественно-политических, технических, гуманитарных наук. Это будут не шутки, нифига. Это будут шутки. Они будут еще улыбаться при этом, а те, на кого не садятся на лицо, те будут считаться неудачниками, как я, и они будут грустными ходить, как я. Они будут считаться одиноким и грустным, блин. Ой, одиноко, грустно мне. Еще тарелку на голове будут все носить мужчины, которые настоящие мужчины. Тарелку на голове с содержимым своей жены, ну или той, которая села ему на лицо, а потом она в тарелку прямо насрет.
и на голову наденет, и он все. Это вместо кольца будет. А мы будем ходить грустные, неудачники. Нас будут называть неудачниками. В СМИ мы будем везде видеть, что все счастливые, там, с тарелками на голове ходят. А мы неудачники, мы без тарелок на голове ходим, нам не садятся на лицо, короче. Хотя всем там будут садиться на лицо, без разницы. Пытаться садиться на лицо, если ты сопротивляешься, сразу милицию будут вызывать. Это про Россию я говорю. Я предсказываю, что будет в России. Я Ванга, блин. Про то, что бан будут делать с россиянами, я тоже предсказал. В этих интервью с Жаком Фреско, это Жак Фреско, точнее, предсказал. Ну, я, то есть он в меня вселился, я и рассказал, что будет. А сейчас у меня Ванга вселилась и рассказала, что... Ну, какая Ванга? Не Ванга, а какая-то другая хрень вселилась в меня и рассказала, что будет дальше. Какой-нибудь другой. Я просто пока что не могу. Я просто проводник. Проводник из космических мыслей, там, ну, будущее, к будущему подключаюсь просто с утра. Я трезвый и вообще не пью, не курю. No smoke, no drink. Просто от панической атаки выпил вчера таблетку. Потому что если бы не выпил, у меня была бы паническая атака от ужаса перед этим миром просто. Вот и вся разница. Я бы говорил, а сейчас я говорю более спокойно так. Просто спокойно рассказываю, что будет. Без паники. Без ужаса перед этим миром. Не знаю, слышно. Я слышу хоть кто-нибудь или нет. Неудивительно, что мы столкнулись с вырождением. С вымиранием. Как эта цитата сейчас была из фильма. Сейчас слоупоки начнут мне писать, а Гитлер тоже был художником. Кто узнает этот фильм? Ну, в общем, не важно. Короче, смысл в том, что полная дичь наступает. И мы ничего не можем сделать, не сможем сделать, потому что они управляют на, ну, на удаленном управлении. Всеми основными объектами промышленными и всеми обслуживающими города объектами, электричеством, всем, всем, всем. Скоро, короче, они хотят переехать на другую планету не для того, чтобы спасти нашу планету. Они хотят прилететь на другую планету, чтобы там правительство свое поставить, как в фильме в этом про Пепелац. Правительство живет на другой планете. Это реально так. Если существуют другие планеты, если они существуют, а не пять континентов, как более древний символ и более правдивый, никогда не упоминались планеты, только пять континентов. Но если они реально хотят, может, они строят там что-то наверху, чтобы быть подальше от простых людей, свою элитную планету просто. Скорее они создадут свою элитную планету где-то. Далеко с Блэк... Ну, сами понимаете, с чем. Как говорится, эта фраза. Короче, они создадут, скорее всего, свою не планету, а континент, на который невозможно вообще пробраться ни одному простому человеку никогда. Не знаю, в космосе они... Вверху там нет космоса, может быть. Вверху, где вода там бесконечная или... Что там? У купола или чего? Или под... Не, ну под землей им, наверное, слишком стрёмно жить будет. Может, и под землей создадут. Так где угодно. Они могут где-нибудь в воде, в океане. Не знаю, они могут... Скорее всего, наверху создадут. Видно, что вот эти все религии говорят про то, что небесные жители, вот там, типа, древние боги, небесные жители, древние боги спускались там, титаны спускались, совокуплялись с простыми женщинами, рождались титаны, там, такое. Это все не просто так. И, скорее всего, вверху создадут такое огромное
мест, ну, свое место, где они будут жить, кучка элиты. Ой, капец. И до них не добраться никак. Они что угодно могут. Они, и тогда они могут хоть что угодно творить здесь. Хотя они и так уже что угодно творят. Ладно, что-то я устал. Как говорил этот чертов Вассерман на своей передаче про Украину. Сначала он орал там, зубы там, а потом, а на этом все. Встретимся до новых встреч. Посмотри Вассермана про Украину, блядь, во что он превратился, блядь. Ему заплатили денег, и он стал рычать, как пес. А потом в конце он таким демоническим голосом еще говорит в конце, а на этом все. Но не на сегодня. Завтра будет новая дичь. Я буду снова орать, рычать, как бес. Как собака, как демон. Он вообще там так рычит. Ты посмотри. Я просто случайно увидел своего отца, он смотрел. Ну, у меня отец такой, он любит такое смотреть. По-серьезки, причем, не рофлить. Я смотрел и офигевал, думал, что это за дичь, блин. Куда я попал? Как такое могло докатиться? А потом я стал сам... Ну, Мастерману платят дофига для этого, а я бесплатно рычу там. Рассказываю вам про конец света, про апокалипсис. Я хочу вообще на порнхабе новую нотку. Ну, короче, разрушать порнхаб. Ну, типа, внести туда что-то, нечто новое, чего еще не было. Это рассказывать в своей лекции о порнхабе, блин. Они будут такие заходить, смотреть. Там чел рассказывает лекции, блин, свои офигевшие. Они такие, чё он несёт? Типа, никто никогда такое на порнхабе не расскажет вам. И тут появляюсь я, занимаюсь тем, чем там занимаются, ну, гетеросексуально, гетеронормативно. И причем качественно все, и им нравится. И они, с другой стороны, они не могут понять, что это такое, как такое может говорить. Откуда такое взялось, что он говорит, они смотрят, слушают на бессознательном уровне, и им это воспринимается, потому что они получают кайф, ну, выделяются определенные вещества в мозг, удовольствие, и им это закладывается на бессознательное. И они такие раз послушали, такие, фу, не буду больше, ну, такие, нужно еще зайти, слушают еще, и так они станут, ну, я буду... Так они станут вообще прям все запомнить до единого слова, и это на подсознание им вложится хорошо, и они станут моими адептами, короче. Будет все четко вообще. Они будут понимать все, что я говорю, потому что это закладывается хорошо. Они, во-первых, будут ржать, угорать над тем, что я говорю. А когда человек смеется, это закладывается хорошо, информация запоминается. И плюс кайф они получают от. Это, ну, от разрядки вот этой вот, это вдвойне они будут, а может кто-то еще будет сидеть под чем-то, и они будут вообще мощно, это самое, я буду лучшим учителем, я говорю, я буду вторым Иисусом, так, если удастся провернуть эту идею, то есть, представляешь, они будут ржать над тем сначала, чем я говорю, ну, как Ганди говорил, сначала смеются, потом там это, потом то. Во-вторых, они будут терпеть мой то, что я говорю. А там еще нельзя будет отключить звук. А, ну хотя они могут колонки отключить, но им лень будет тянуться до колонок. Пропустить нельзя будет ничего. Они будут слушать это, ну ладно, пускай говорит, поехавший что-то. А потом они уже будут реально поймут, что я говорю, потому что они уже разойдут несколько раз, получат разрядку. Сначала они будут смеяться и воспринимать это бессознательно. Это все на бессознательном уровне будет восприниматься, когда они будут смеяться над моими словами. А в конце разрядка, и они такие, в конце, что я сейчас послушаю? Ну ладно,
забыли, но на бессознательном уровне останется. Так что это святая вещь, чтобы мне нашлась такая очень... Мне нужно найти очень сексуальных женщин, которые будут просто как бы... Я как... Ну, не апост, ну, эти... Короче, они будут просто по помощью для продвижения вот этого моих мыслей офигенных. Офигительных. Ну, я, короче, не буду... Я не знаю, как объяснить. И тут Жак Фреско говорит, я на понятном языке вам изъясняюсь, нет? Я понятно говорю, нет, нет. Ну ладно, хорошо, что мне там непонятно.